пизденного сборника. Как будто бы красный камень окончательного пиздеца накатывает на Смольный округ, начиная со Шпалерной. Знаки, рисунки, образы, голоса через сетчатку глаз, через мозг пробиваются в вены и проспект, перекрученный апрелем, как сырое белье с вымороченной гримасой опереточного злодея, выворачиваясь громко, истошно орет на растраченное, еще не прошедшее время. Так вгрызается в город свирепая, гордая жизнь, громыхая блестящими, почти жестяными лужами. Так мы просим кого-нибудь: остановись, но этот кто-то нас совсем не слушает.